Молитва перед тем, как сесть за стол, после еды, утренняя и вечерняя перед сном. В семье Марфиных детей с пеленок учат жить по православным канонам. До начала рождественского поста еще несколько дней, поэтому в угощениях никаких ограничений. Чай наливают из настоящего тульского самовара, только его объемы позволяют напоить сразу всю семью, где пятеро детей. Глава семьи, отец Валерий, никогда и не думал, что у него на кухне будет меньше народа. Как Господь дает, у нас многодетная семья, сам из многодетной семьи. У нас и бабушки многодетные, и моей матери многодетная семья. Самое сложное, это когда три погодки. Трое детей это неуправляемо, а когда больше трех уже управляемо. Елена руководит домом. На ней и быт, и дети, школа, секции. Супруг большую часть времени на службе. Он настоятель больничного храма иконы Божьей Матери Всецарица и строящегося храма в честь великомученика и целителя Пантелеимона. Поэтому дома его келью отдали под класс музыки. Мы хотели бы, чтобы они имели музыкальное образование. И в церкви это нужно петь. Регенты могут быть они потом. Маша играет вот на фортепиано, учится играть. На второй год учится. А Саша учится играть вот на домре. Ну и пришлось само учиться. Хожу на уроки по домре в школу. Елена в декрете 10 лет. Когда дети подрастут, она как матушка будет помогать супругу в приходе. А пока ей самой нужна помощь. Когда мы уходим в школу, становится тихо. Когда мы приходим, становится громко. Саша играет с Лаврентием всегда вот это лего-паровозики, а Ангелина, Санечка и я, мы играем пони. Нельзя сказать, что Елена и Валерий своих детей воспитывают в строгости. Самая младшая, Анечка, любит наряжаться. Ангелину дома зовут звездой. Она часто воображает, вот и микрофон наш взяла, будто певица. Всех детей Елена учит рисовать, мастерить поделки. Все стены в доме отданы под галерею. Мама Елены говорит, она творческая натура. Она любит торты делать. То есть вот пятеро детей, пять дней рождений, у каждого день ангела, да не один, требуется вот ее поздравление. А торт, вот ребята скажут, что они только не видели. Это и машины, и самолеты. Еще одним поводом собраться за праздничным столом станет грядущий День Матери. Для Елены это будет памятная дата, ведь в этом году ее награждают знаком отличия «Материнская слава». На своей награде она узнала 28 октября, 10-й день рождения старшего сына.